Видите? Ребята, видите вон ту большую кучу камней? Как вы думаете, для чего эта куча? Я сейчас подойду поближе и расскажу. А вы пока напишите в комментариях, ребят, предположение, да, для чего эта куча? Да. Есть легенда. Есть такой воин Тамерлан. Да, Тамерлан, сын всемирно известного Чингисхана, который завоевал почти полмира. Когда он шел в поход, да, они, воины, взяли, они ребят... взяли по одному такому камню и положили в эту кучу. Да, чтобы посмотреть, сколько воинов ушло в поход. Да. А когда они возвращались обратно, они тоже взяли по камню и тоже, чтобы определить, сколько их вернулось. Да, и положили рядом, чтобы видеть, сколько же их вернулось, сколько же их не вернулось. Да. Сейчас поднимусь наверх и покажу, сколько воинов ушло на войну. Нахожусь в центре камней, тут как будто вулкан. Да, что здесь, ребят, не как гора, а вот мы как в кратере вулкана поднялись. Мы сейчас в самом центре находимся. Вот, и здесь почему-то углубление внутри. Почему Тамерлан так делал? Для чего он просил воинов кидать камни в кучу? Чтобы знать, сколько воинов вернулось с войны, а сколько нет. Да, сколько погибло. Вот здесь, ребят, разные булыжники, разные, конечно, разных размеров. Какие-то такие маленькие, прям в руку можно держать. Какие-то вообще громадные, видите. Но, кстати, еще по легенде, ну, даже не по легенде, а по истории, что говорят, что очень эту кучу очень сильно разобрали уже местные жители. Дома себе начали из этих камней строить. Поэтому, да, поэтому потом в какое-то время государство это увидело и начало сюда завозить просто разные камни. Ну, как бы восстановить, чтобы этот памятник, как бы, истории. Так почему-то мы маленькую кучу не нашли. Почему-то вот большая, она здесь гигантская, а мы думали, что где-то рядом маленькая куча. А может, с маленькой камни разобрали просто. Может, разобрали, а может быть, их смешали потом со временем, да, в одну кучу. Я не знаю, но отдельно маленькую мы не нашли кучку. Да. Путешествие на этом по Киргизии заканчивается. Мы возвращаемся домой в Казахстан. Казахстан, да. И нам очень понравился вот этот памятник, да, истории, который мы увидели. Да. Просто, ребят, захотели вам его показать. Я думаю, что вам он тоже, наверное, понравился, потому что, ну, прикольно видеть, сколько воинов. Да. Буквально тысячи, сотни тысяч ушли на войну, да, в древние времена Тамерлана. Тогда ставьте лайкосик под мой видосик. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Пока-пока, ребят! До скорых встреч! Пока! Ребята, хотите видеть еще больше интересных видео? Тогда нажимайте на кнопку подписаться и не забывайте ставить лайк! Лайк, лайк, лайк!